Как делишки, ребятишки? Короче, тут такая тема, жака предыдущей же серии корона у меня стыбзил, да? Поэтому я сейчас ее стыбзил у него. Так, я придумал хитрый план. Жека! Иди сюда! Чёрт! Иди сам. Дай корону. Вот, вот. Будешь знать, как со мной таскаться. А сейчас будем начинать серию. Давайте. Ну что ты чмякаешь? Вот что ты чмякаешь? Вы все подготовились, Ой, что? Я что за дичь? Я испугался. Другие кого? Участники просто. Тут. Другие участники, да. Какие участники? Ты тоже его видел? Кого вы видите, я не понял. Вы что там совсем? Мы кого-то видели, Игорь. Ты тоже его видел? Кого? Другие участники. Ну. Ты охренел, да? Ты как ты знал, что это? Всё понятно. Я тут всё время стоял, я выглядываю, смотрю, ты там лазишь, и всё, да, то есть я смотрел, как я пил молоко, да, ты слышал. Это где вообще было? Это было... И чё, что он здесь сразу спрятался, а ты там возле лестничек лазил? Я вот тут стоял, смотрел на балкон. Это было там, где вертолёт, Эдисон. Всё понятно. Блин, он теперь будет думать, что это противоположная сторона, понимаешь? Я на маяке. Все хорошо. Продолжаем. Нормально. Понятно. Он подрубил невидимость, да, пока меня убью, чтобы сильного врага сам был. Сильного врага! Да, самого. Жека, у нас не время анекдотов. Не понимаю, где он вообще? Так, понятно. Это не время анекдотов, вообще не время для анекдотов, Жека. Так, я вообще себе фаворит. Ты слышал, что он сказал, Игорь? Подождать, пока фаворита убьют. Делайте ваши ставки, дорогие. Господи. Это что такое? Понятно. Да, это правильно думаю, да? Что ты правильно думаешь? Да, ты правильно думаешь, Игорь, ты все правильно думаешь. Да, ага. Да. Он правильно. Нет, на самом деле ты вообще неправильно думаешь. Ага. Игорь, ты очень плохо думаешь. Может, я буду сам решать, как правильно думать, как нет, а? Блин, вы такие вообще какие-то не такие, ребята. Мы такие не такие с тобой, Игорь, ты это слышал? Серьёзно? Капец, да, мы с тобой вообще прям жесть. Жопа. Прям жопа. Мне так хочется сказать, но я не буду, я потом скажу, когда вы умрете. Жопа говно? Когда мы умрем? Да, потому что тут очень-очень забавная ситуация. Прям. Мне уже интересно. Ты думаешь, что прям на самом деле тут забавная у нас ситуация? Да. Почему я тоже выстрелил? Потому что мы стояли минуту друг над другом. Так ты нас спалил, я сразу это понял, то что я над ним стою. Забавная ситуация. Сверху я думал, откуда ты придешь, я не понимал. Жека, кстати, реально палит. Он палит. Это я просто уже забавная ситуация. Ну тут сразу все понятно. Окей, ладно, все, извините. Второй раунд. Я, знаете, что хочу вас попросить очень сильно? Чтобы у нас игра, чтобы и лайк поставить, конечно же, чтобы игра не закончилась за 5 минут, давайте хотя бы, чтобы ролик был 15 минут. Смотри, ЧСВ снайпер просто. В смысле, что я сказал? Так, мы все поняли. Я имел в виду в том, что типа я сейчас типа жесткий стану и начну. Ну да. Это да, Игорь, это да. Ты забыл, я тут это фаворит. Фаворит, еще один шутник нашелся. Все-таки реально кислышный. Да. Смотри, вот. Ты был прав. Все, Игорь, объединяемся. Сигали, вторую серию подряд объединяются они, посмотрите на них! Так, стоп, мы когда мы еще объединялись? В прошлой серии! Когда мы объединялись? Ты тот так же говорил! Ну, мало ли что я говорю! Я говорю, что вот Игорь дебил, но он не дебил. Почему он не дебил? Ну это еще как бы... Поспоришь, ты не дебил? Ну это не точно, Эдисон, я знаю, что ты сейчас сюда смотришь, ты можешь отвернуться, пожалуйста, я перебегу, хорошо? Куда я смотрю? Да я знаю, что в смысле? Куда я смотрю?! Да, Эдисон. Ну ладно, перебегай. Хорошо, перебегай. Я тебя трогать не буду, Игорь, перебегай. Не трогай, Игорь. Я тебя не трогаю, Игорь. Игорь, беги. Игорь, убегай, убегай, Игорь.
Не смей трогать Игоря! Да я его не хотел. Не трогай меня! Отстань от меня вообще! Игоря трогать. Не отстань! Маньяк сраный. Пожалуйста. Я тебя не хотел трогать, Игорь. Конечно, конечно, я вижу тебя. Ой-ой-ой-ой! Куда ты там спрятался? Ты куда? Ты знаешь, куда я перебежал, а? В смысле? А о чем ты? А о чем ты? О чем? Давай не будешь ждать из тебя дурачка, давай. А, ну понятно, понятно, да. Понятно, понятно, побежал я, побежал я. Побежал. Побежал я. Эй, Сан, ты что там делаешь? Игорь, ты дебил, что ли? Сейчас как пуля зарикошетит, и ты умрёшь, Игорь. Я чё-то не понимаю, что Игорь делает. Да-да-да-да-да, не понимаю. Конечно, не понимаю. Ты какие-то трудо делает непонятные, Игорь. Нами! Нами! А Игорь, ты попал, не попал. А я не в тебя даже стрелял, Игорь! Игорь, это не та рубрика, тут не тыр-тыр-тыр, нужно тут я за жопу ты Убей его, Игорь, убей его. Убей меня, Игорь! Убей меня! Игорь, ты дебил? Пууу, Игорь, ты дебил? Нет. Если сейчас была уникальная возможность убить Игоря, ну... Я вообще не знаю, где Игорь, вот в чем проблема. Ты все. Ага. Не знаю, там где, конечно. Игорь. Как ты меня с одного удара убил? Я тебя тыкал. Да пошел ты в жопу. Давайте просто без слов мы начнем в следующий раунд. Почему? Давайте просто. Помолчи. Не, если тебе есть что сказать, ты можешь сказать, Игорь. Ты дурачок. Хорошо. Я бизнес придумал. Какой? МММ. Откуда ты знал, что я тут? Откуда? В смысле, я просто в окно посмотрел. Ты вообще видел, где я был? Да, заметил. Последний момент, когда уже умер. Я так же просто выглядел, там Жека. Ку-ку-ку. Жека, подскажи, пожалуйста, там Игоря ты где-то видел? Тебе сказать, забавная или незабавная ситуация? Забавно. Что достаточно забавное? Достаточно забавно. Достаточно забавно. Это как? Да, прям ну, такая забавная какая. Смешная такая. Я не понимаю, вы о чем, дурачки. Вы нормально вы? Пока, Игорь. В смысле, я его даже не видел. Я прячусь, так что я так просто убить. Пока, Игорь. Что-то я не понимаю на самом деле, где Игоря. Игоря. А-а-а! Вот, а, это Жека со своей снайперкой! А, ну да, конечно. Где он? А-а-а, зараза! Ну ладно, я же говорил вкладываться мама. Фаворит. Все, я победил, все, я сразил его. Подождите. Видели просто, ноузум, ноускоп. Давай. Мы благотворительностью, ставьте лайки. 2:00. Голосуйте за меня. Игорь, не надо. Помни тебе. Шо? Да не шо. Да не шо, да вообще не шо. Да ты задрал там сидеть, а ну вылазь. Да где? Где он? Стрелял ты по мне. Игорь, спали его. Понимаешь, что у людей стрелять, он в башне сидит кирпичной. Убиваю его, давай. Охренеть просто. В смысле? Я как бы не умер, я могу палить. Что хочу, то... В смысле? Нельзя? Нет? В смысле? Нельзя палить. Вот ты можешь сказать, я на балконе. На новом. Игорь, Жека, он был на новом балконе. Да. Я это сам вообще-то сказал, понял? Он был на новом балконе, если что. Да, там, где желтые такие жалюзи. На новом балконе. Жалюзи вообще-то. Дурак. Жалюзи. Дебил, ёпт.
Это как гоблик такой, системок не хватает. Ёпты, жали, ёпты. Так, Эдисон, зачем ты оттуда убрался? А ну вернись обратно. Не вернусь! А я там до сих пор, Игорь, я там! Засранец. Ааа, вот где Жека! Эдисон, будешь гречу с курой, будешь? Гречу с курой. Кто любит гречу с курой? Мне заверни, пожалуйста. У кого мультифоры завернусь? Ну, гречу с курой в мультифору. Мультифору. Все понятно с тобой. А можно я скажу слово, которое они холод называют, Алис? Нет, подожди, это же не мат. Это не мат. А, ебун это не мат? Ебун это не мат. Подожди, то есть ты меня холодным обзываешь, бесчувственным, да, бессердечным? Да, ты убиваешь меня, понимаешь? И шо? Ты понимаешь, что люди стреляют незаконно? Вот если я стану президентом Майнкрафта, то я это запрещу. Убивай. Слово ебун? Ебун. 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 Кто из Новосибирска, тот подтвердит, что это не мат. Да, Жека? Да-да-да. Это не мат. А то есть, если ты, к примеру, такой школьник приходишь, такой этот, ну... Не, на самом деле, я не знаю, я не слышал, чтобы... А, вот, кстати, да. Такой приходишь, короче, в школу... Мария в ванну дали. Такая его спрашивает, типа, Вовочка, ты чего опоздал? Он такой, Тамара Михайловна, там... Ебун на улице. Он меня так, конечно... Заебунил, да? Ты матершинник, конечно, Жека! Я пишу. Он противозаконник. Вы заебунили. Хватит, 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 пацаны, хватит. Пацаны, будьте я блище. Игорь, пожалуйста, успокойся, все, хватит. Я все понимаю. Это большое яблоко. Я недавно, короче, был в Гондурасе. И я блище продаются. А ебуна там нет, Игорь? Нету. Ну прекрасно, это прекрасно. А вот Жеку я до сих пор ни разу не увидел, потому что Жека где-то заныкался непонятно где. Я уже 300 раз перебежал. Ну даже. Да, ну да. Ты наверное, в невидимости. Нет. Да. Ой. О, кто-то в невидимости, да, Жека? Да что ты палишь меня, что ты палишь? Когда тут шутки шучу, он меня целился в начале раунда. Тут я, видите ли, невидимость нашел себе, да? Что-то совсем с ума сошел? Да. Да, Игорь. Ну ты ебун, конечно. Ага, все понятно с тобой. Ну со мной понятно. Как? Откуда? Почему? За что? Жек, это за эволюционный мат. Я тебе пятку прострелил, если что. Пятку? Пятку, да. Я в пятку тебе попал. Ты пуска. Сама такая. Ты что обзываешься? Смотрите, они наделали себе тут нычки какие-то новые, которых не было. Да нычка была, я вообще ничего не строил. Какая нычка? Какая? Ага, Игорь, все с тобой понятно. А где он? Подожди, где я? Он не здесь. А где он? Кто? Так ты нычку! Ты построил новую нычку там, Игорь, признавайся. Где? Вот в этом... Не-не-не-не, в этом переходе, Игорь, ты ее построил, признайся, потому что ее там не было раньше. Она сегодня там была вообще-то, я не знаю, кто ее построил. Ага, ну сегодня она была, но несколько серий назад... Несколько серий назад ее там не было. Да, там она как бы появилась, но это я тут ни в чем не причем. Да-да-да, это ты... Что да-да? Ты как чего там косой, Игорь, дебил? Это не важно. В смысле не важно? Он просто а где он был? Не попал. А где он был? В смысле перед... Так, кто-то спалился. В смысле он передо мной был? Где он передо мной был? Да-да-да, сам Эдисон, ты его видел. Ага, я его видел. Игорь, ты глупый. Игорь, я хотел его бежать по второму кругу. Мы с ним... Ты просто глупый. Эдисон манипулятор побежал такой, оббежал, когда я понял, что Игорь тоже сейчас будет оббежать, обратно побежал. А я его заперехватил с обратной стороны! Ну ты ебун. Ну шо вы два фаворита мои? Понимаешь, что с тобой скоро никто играть не будет? Ты когда вот во дворе обижаешь других людей, вот с тобой кто-то вообще дружит? В смысле обижать? Так я их не обижаю, просто выигрываю. А как это называется? Выигрываю. Победитель. А, в общем,
Читер. Читер. Это самым сильным игрокам обычно поддают. Понял? А, то есть вы мне подаете, поэтому я выиграю. Конечно. Да. А, ну хорошо. Ты ж ролик снимаешь. Хорошо. Ставьте лайки, если хотите следующую серию снайперов, а я знаю то, что вы ее хотите, поэтому лайкусик, подписывайтесь на канал, я вижу. Спасибо всем за просмотр. Всем удачи и всем пока, я отвечу от тебя уже. Опять этот дебил на самолете, а. Террорист. Да, пацаны, пойдемте оказы лежать. Пойдемте хаешками. Здорово, пацаны, здорово. Давайте хаешками попытаемся, Эдисон, заходите. Так а что, можно на видео говорить ебун, да, и все нормально? Ну, получается, да. А ты будешь запикивать, Эдисон? Ебун? Нет. Можешь еще раз даже ебун сказать, если хочешь. Ебун. Ну вот, не буду. А ты еще записываешь, да? Да.